Всех приветствую на своем канале. С вами снова я и мой извечный бардак. И кем-то, возможно, наверное, любимые приветы. Привет, я там не помню, какая серия. В общем, если вам не нравится привет, то нажимайте на паузу, закрывайте браузер и идите погулять. А если вы ждали этот выпуск, то welcome to hell. Соответственно, сейчас я вам их прочитаю. Я, конечно, как обычно, все тут это спонтанно и даже не удосужилась прочитать перед этим список хотя бы глазками. И он у меня так двухсторонний вообще вверх ногами. Как мне вчера прислал, или не вчера, уже позавчера, один товарищ с Каны. Короче, я только что доделала редакт Мадуки, такая вся довольная, наконец-то на меня ничего не давит, никакая на мою совесть, и у меня вроде как типа свободное время перед тем, как я поеду забирать ивановский заказ. Ну, и я надеюсь, что сегодня мне получится записать маленький обзорчик маленького ивановского заказа, который в основном был для Женьки. В общем, Алина Бугаева, привет! Амелия Голд, привет! Вот дальше, честно, извиняюсь заранее, возможно, тут два слова было в фамилии, возможно, это ник такой. Ну, я переписала Женя Ник. Или, в общем, сейчас я просто тупо покажу вам. Я думаю, видно было. В общем, Женя, которая N-E-A-K. Тебе привет. Света из Самары. Давно не было тебе привета, как кто-то писал комментом. Привет тебе, Света из Самары. Диана Вахонина из Екатеринбурга. Привет. Вообще, Екатеринбург классный город, когда я до него доберусь, потому что в Каменске-Уральском жил Глебушка. Понимаю, что логики никакой. Но это вроде одна область, да? И можете смеяться, можете нет. Я раньше думала, что Свердловская область и Екатеринбург это разное вообще. Ну, допустим, север и юг, да? Вероника Воеводина, привет. Валерия Колипова, привет. Анастасия Леонтьева, привет. Лиза Ершова, привет. Анна Красикова, привет. Арина Котик, привет. Ксения Летучая, привет. Так, и теперь я переворачиваю, потому что у меня действительно вот так оно. Кверх ногами на другой страничке. Аружан Таганбаев, привет. Валя Березкина, привет. Александра Гребенникова, или Гребенникова, привет. Надеюсь, больше претензий по поводу неправильно прочитала или не то передала не будет. Но если будут, то куда уж я денусь? Прочитаю. Претензию в смысле, мысленно. Татьяна Поларезова, привет. Линка Федорова, привет. Вообще люблю, когда в слове есть «ё», сразу понимаешь, куда ударение ставить. Анастасия Крылова, у тебя чудная фамилия. У нас вчера был дядечка такой, случайно попал в библиотеку. Как раз на одного казака опять забыла его фамилию. Фотки у меня на странице ВКонтакте, на моей странице, а не странице канала есть. И вот как раз он там пишет, изучает уже лет 10 нашего Крылова, который баснописец. Так, к слову. Так, еще тут я ценю ваш юмор, ребята. Особенно ваши длинные фамилии ваших друзей или кто они там вам. В общем, Толику от Стасика Гусева. Привет тебе, Толик, от Стасика Гусева. Или просто привет тебе, Толик, друг Стасика Гусева. Так, дальше у нас парочка такая. Чигирь Полина и Хохлов Виталий. Привет вам, ребята. Так, Юлия Городецкая, привет. Так, по-моему, второй раз Татьяна Поларезова. Привет. Если вас две, то обоим поприведу. Обеим, пардон. А то скажут, что я еще и русский язык не знаю. Если это один и тот же человек, то извиняюсь, что дважды. Просто у меня что-то так вот получилось, что я записала еще раз по приезду. И Сергей Михайлов, привет. По-моему, он мне писал ВКонтакте и сказал, что мне нравится Няша. Видимо, он имел в виду себя. Короче, Няша, Сергей Михайлов, эгегей, привет тебе. Ну и на этом все. Я понимаю, что там был такой бадхерт в комментах, и на мою реакцию, которую меня могли бы уже привыкнуть, что у меня с ней что-то копится, потом выплескивается, ну я такая, какая есть, извините, другой не получится быть. И, соответственно, приветы, в принципе, будут, если вам это надо, раз уж это надо, то пишите
в личку там, еще куда-нибудь. Ну и до новых встреч. Пока.